Очередной блок. Я уже на работе с утра, уже замесила тесто. Сегодня у нас будет опять барбекю. Вот мы немножко перенесли день, потому что перенесли на субботу, потому что тяжело нам без выходных, не получается. Вот сейчас иду в магазин, там и лед надо купить. У нас закончился хлебушек, замесила булочки для барбекю. В общем, ну, как всегда все. Потом покажу вам что-нибудь интересное. Блюдо наше, барбекю покажу. Такие куски мяса хорошие. Вообще, конечно, супер. Сегодня, хоть и суббота, но столько чего-то машин. Здесь мы машину снимаем всегда. Алькилямус. Алькилируем. Не знаю, в общем, снимаем в аренду. Боже, видите, как уже язык... забываю слова. Так, пока еще рестораны закрыты, но уже все есть, уже все работают. 8 утра, уже полный рабочий день у нас здесь, прямо тусовки такие. Видите, я говорю, здесь люди все рано встают, рано начинают, поэтому 8, как кто-то там говорил, да, что ой, в 10 утра раннее, у нас уже в 11 люди начинают приходить на обед. Так что 10 для нас это уже полдня. Сейчас 8, и мы уже работаем с Энсу. Я уже там тесто все сделано, я рассказывала, Энсу там тоже готовит. То есть к 11 мы должны быть уже в полном боевом... как, собраны все, уже все должно быть готово. Вот. Потому что здесь завтракают люди в 6 утра, в 7 утра, вот так. Уже в 11-12 обед. Ну ладно, что-нибудь покажу, иду в магазин. Я уже сказала вам об этом. Вот, просто хотела по дороге еще вам, ну, чтобы вы посмотрели, что у нас тут жизнь бьет ключом. Еще один ресторан тоже уже открылись. Ну, не открылись, а в смысле есть там кто-то работает уже, готовит. Ребята, иду с магазина. Знаете, сколько я уже с утра прошла шагов? Ну, у меня на телефоне стоит... Эта программа, да, 4200 шагов. И это только утро. То есть, представляете, я порой по два раза по 10 тысяч набираю, а то и больше. Представляете? Ой, 9 утра. Кошмар. С 8 до 9. То есть я встала, и вот как я начала. С 8 мы здесь уже работаем. Сейчас 9. Я уже, кстати, возвращаюсь. Я второй раз шла в магазин. Это я уже иду второй раз с магазина. Потому что я вернулась, Энса говорит, а я не купила, я забыла эту, ну, есть, но мало, надо еще. И я, блин, опять в магазин. Ну, кошмар. Ну, ладно, надо, потому что у него тоже сегодня будет много работы, я уже и ходила сама, чтобы его не заставлять, знаете, как. Пусть он там делает. А мне сейчас пирожки печь, хлеб готовить, тоже немало, много работы. Так, пирожки готовы, патаконес уже стоят. Здесь у меня еще хлеб стоит. Здесь уже картошечка отварная. А здесь я ем пирожочек, смотрите какой. Горяченький, вкуснятенький. Еще в духовке стоит, просто спрятала, потому что ставить негде. Пойдет в печку сейчас скоро, еще хлеб. Ой, в общем, все как всегда. Ребят, пирожки. Бомба. Я обожаю. Никогда дома. У меня нету времени для дома приготовить. У меня Рома просит, мама, испеки пирожков. Мне некогда. Вы не поверите. Тут-то я хоть один досъем. А бедный Рома. В общем, ужас. И я уж думала, может, в это воскресенье, завтра... сделать. Но я так устаю, что мне не хочется ничего лепить, не печь, понимаете? Блинчики я уже забыла, когда последний раз пекла. Вообще, ужас. Ребята, вкусно. Вы меня извините, что я вас
дрожжню. Просто бомба. Энцо там уже на улице кочегарит. Сейчас печку включит ту. Вернее, уже включил, наверное. Так, ну вот еще тут хлебушек. Такой. Это булочки для сосисок. Но они потом подрастут. Ну, вы видели такие уже. А я вам не сказала, вот это соус перуанский. Как я его люблю. Мне надо сделать для вас рецепт. Он просто бомбический. Девочки, мальчики, вы не представляете, какой он вкусный. Это вообще что-то с чем-то. Его подают с картошкой. На отварную картошку сверху поливают. Ну, можно зелень там еще, но это просто бомба. Это хлеб де компания французский, на пиве, на меде. Помните, я вам говорила, он делается из простой муки ржаной, либо простой муки и интегральной. Но у меня сейчас пока еще есть ржаная, я делаю с ржаной. Очень такой красивый цвет получается. Здесь еще так отруби. Ну, в общем, такой солюдабельный, здоровый хлеб. На закваске он, если что. Так, ну смотрите, вот так эту картошечку подают. Ну, можно еще зеленый листик, салата положить. Ну, это как закуска. Папа ля фонкаина называется. Я себе еще вот украла из барбекю маленькие косточки. Один хлебушек уже стоит в печке, другой здесь еще. Так что скоро будет у меня все хорошо. Сейчас буду кушать, вот, грызть. Бакериаровес. Ну вот. Так, пока потихонечку тут стоится. Дульса. Свит. Это сладкая свининка. Сладкая. Это роль. Так, сейчас будут вытаскиваться. И соус. Вот такие голые у нас тарелки оставляют люди. Потифара Альгенкерия. Потифара Кунтан. Сервируем блюдо. Это половина курицы. Вот как с патаконом, с картошкой, соусом. Очень вкусно, ребята. Вообще у нас сегодня аншлаг, если честно. Если честно, у нас аншлаг. Много людей. Просто сейчас мы уже не закрываемся, но я имею в виду, все равно закрываемся, потому что просто нам уже нечего продавать. Ну и здесь обычно на обед все приходят, поэтому сейчас, конечно, самое то, что... Ой, и костиес, косточки. Супер. Маис. Забыл кукурузу еще. Ну как вам такие блюда? Еще мы готовим рыбку целиком, жарим на барбекю. Это очень вкусная рыбка с белым мясом, очень вкусная. Ну, в общем, все, пошла я закрываться, мыться, убирать все. Спасибо, что вы со мной. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Пока-пока!